Привет, дорогие друзья, снова с вами Замирус. Сегодня великий день для моего канала. Теперь на канале будут появляться ролики, посвященные только Counter-Strike, потому что данная игра гораздо популярнее, нежели Battlefield. А в этом гайде мы рассмотрим пистолет TEC-9. TEC-9 — полуавтоматический пистолет, который впервые появился в Counter-Strike GO. Пистолет доступен исключительно террористам, в игровом магазине его можно заменить на ЧЗ-75. TEC-9 — это шведско-американский пистолет, который использует классический 9-миллиметровый парабеллум. В народе этот пистолет получил название «Гвоздодер» из-за своего внешнего вида. Для открытия пистолета вам потребуется закинуть в магазин $500. Пистолет прекрасно подходит для эко-раунда из-за высокого урона и огромного магазина на 32 патрона. Характеристики. Темп стрельбы 500 выстрелов в минуту. Урон. При попадании в голову TEC-9 сносит 132 единицы здоровья. При наличии шлема 119. При попадании в грудь или руки сносит 33% здоровья. Перезарядка проходит за 2,5 секунды. TEC-9 обладает огромным количеством плюсов. Например, он имеет самый большой магазин в классе пистолетов. Он на 32 патрона. Даже некоторые пистолеты-пулеметы не могут похвастаться такой цифрой. Невероятно высокий урон для 9-миллиметрового пистолета, который позволяет ваншотить противника, даже если он надел кевлар. И даже с точки зрения экономии, TEC-9 хороший вариант, так как он стоит всего $500. За эту сумму вы получаете очень мощный пистолет с высоким темпом стрельбы и неплохой скоростью перезаряда. Но минусов у TEC-9 тоже достаточно. Во-первых, это высокая отдача, которую контролировать можно, но есть в классе пистолетов варианты получше. Во-вторых, это разброс. Сделать тот самый ваншот очень сложно. TEC-9 по праву можно назвать самым косым пистолетом в игре. И в-третьих, абсолютно нулевая точность на дальней дистанции. Для таких дистанций лучше взять Desert Eagle. Модуль. Из модулей настоятельно рекомендую поставить датчик StatTrak, который добавит немного смысла вашему убийству и прибавит пару центов к стоимости на торговой площадке Steam. В целом, дебют TEC-9 в серии игр Counter-Strike оказался успешным. Мы получили очень сильный пистолет, который от вас требует умения контролировать разброс. TEC-9 может не самый точный, но однозначно эффективный пистолет в Counter-Strike. Но думаю, на этом все. В следующем выпуске мы рассмотрим Азимов АВП. А также я всем желаю приятного 1 апреля. Увидимся на поле боя. Пока.